Так, цены. 80. 80. Да вот рядом машина стоит. Вот. Какой сорт вы любите? Шарик, вот там, я поняла. Я отсюда вам наберу. Я чтоб продавать вас гостили, оно вкусное. А как вы тоже? Это товарищ продавец. Боже. Так мы не к тому обращаемся. А деньги ему, начальнику. Начальнику. Ой, прелесть. Настоящий продавец. Всем привет-привет! А сегодня у нас овощно-фруктовый обзор. Я сейчас быстренько расскажу цены. Значит, огурцы были 55, помидоры вот эти по 50, они такие меленькие, но говорят хорошие, сладкие. Вот это все на 50 гривен мы купили. Капуста 40 гривен килограмм, вышло 25 гривен. Укропчик мы купили у бабушки на руках, вот такой огромный букет за 15 гривен. Вот. И бабушке помогли. И себе взяли хороший укроп, пахнет просто обалденно. Клубничка, цены на сегодня от 75-90. Вот так мы взяли килограммчик за 90. И взяли черешню. Черешня мы взяли, она меленькая, но очень вкусная, сладкая, 55 гривен. Цены от 55-65. Вот так. Вот такие цены на черешню на сегодня. Вот такой мини-обзорчик для вас. Посмотрите, какая клубника. Внутри красненькая вся, спеленькая. Сейчас будем пробовать, вкусная или нет. Обещали, что очень вкусная. Дарюша хочет показать свою клубничку. Просто ж. Загляденье, уже слюнки текут. В разрезе. Сейчас мы делаем по ялтинскому рецепту. Так, посыпаем сахарком. Не, ну там еще не совсем так. Все не совсем так. Так рассказывай, что секретно. Сначала посыпается, да, сахарком, потом оно чуть-чуть стоит. А, так. В холодильнике. Ага. Должно настояться. Пускает сок, а потом сверху что мы делаем? Потом сметанка, да? По вкусу получается сметана в йогурте. Ага, клубника в йогурте. Так, ну я, честно, ребята, не могу дождаться, чтобы она стояла еще в холодильнике. Я просто очень соскучилась за клубничкой. Первая клубничка в этом сезоне. Может быть и последняя. Так, уже Николь прибежала. Наши собаки тоже очень любят клубничку. Свет у нас вырубался только что. Отлично. Отлично. Так, ну что, перемешиваем это счастье. Клубничное счастье. Так, напишите в комментариях. Уже все попробовали в этом сезоне клубничку? Так, сейчас муж уже сделал, поэтому говорит, вот. Говорит, должно быть еще круче. Но мы так хотим эту клубничку, не можем дождаться настоящего исполнения рецепта. Поэтому вот уже собачки прибежали, надо угостить. Дарюша угостит, потому что у нее еще не сладкое. Давай собачкам дадим угощение. Джессичка, Ника, идите, клубничка. Джесси не поняла, что она не взяла еще. Вкусненько. Вкусно? Сейчас Никусику дадут. Никусь. Ника всегда вначале понюхает, попробует. Нет? Никусь, точно не будешь? Нет,
Ника не хочет. Джессичка, давай. Джесси, кушаем. А Джесси завсегда все любит. Да, Джессичка? Приятного аппетита всем.